Після першого татуювання важко зупинитися. Раніше це було як-то більше не для всіх. І спокійно можеш по кілька годин. Це зовсім не те, що одразу працювати з чоловічою кожею. Зараз це вже просто як аксесуар. Зараз в моді більше графіка. А рідним твоїм, як твої татуювання? Ми думали, це буде щось поменше, ну ладно. Як тобі сподобався результат? В принципі, так, нормально вийшло. Які питання ти найчастіше чуєш стосовно своїх татуювань? Сколько їх? Больно б любила, що мама сказала, і що вони значать, звісно ж. А стосовно того, що означають, відповідаєш на це питання? Ні, звісно. Чому? Ну, тому що це личне діло кожного. Я ж не спрошу у кого-то, чому він, наприклад, жирний, типу, або чому він одіт нелепо. Це личне діло кожного чоловіка. Тобто питати про татуювання в колах татуйованих людей – це не дуже етично. Як мінімум, безтактно спрашувати, типу, що там, то чи інше, значить. Ну. Тим більше, якщо це спрашують незнайомий чоловік на вулиці. От це починається на «ти», а що це значить? І я собі думаю, типу, що? Як ти думаєш, чому люди роблять татуювання? Ти вже для себе знайшла якусь таку загальну причину? Чи це в кожного по-різному? Це бажання виділитися, це бажання привернути увагу, це бажання показати свою розкутість. Що це? Скоріше всього, це зараз дань моди. Дань моді. Тобто, якщо раніше, ну, коли я себе зарисувала руку, да, то мені всі смотрели, о боже, ціла рука. О, господи, типа, то есть тогда это было вообще дико все, ну, в смысле, как там, типа. А сейчас это модно, никто об этом не задумывается, типа, никто не задумывается, где это делать, как это делать, главное наличие картиночки, типа. Ну, раньше это было как-то больше не для всех. Зараз це уже просто як аксессуар? Да. Он не носит никакого значения, ну, очень редко он имеет какое-то значение для носителя. Сейчас все рисуют, рисуют, потому что рисуют. Ой, а сделайте мне там, допустим, вот как у той девочки в Инстаграме, на которую я подписана, так же само, не по-другому, так же само, как у нее. Ну и все, и таких, ну, процентов 60. А ти віриш у символізм татуювань? Про те, що воно несе якесь значення і якимось чином замінює людину? Бо я вже не одного разу чула про все-таки, що це має певні наслідки. Единственное последствие, которое не может иметь, это то, что оно испортит свой вид в старости. Все. То есть, ну, я не знаю, я не суеверный просто человек. Ну, может, для кого-то и несет оно, знаете, мысль, самовнушение, ну, нормально так работает. Вже не один з моїх знайомих казав, що після першого татуювання важко зупинитися. Чому так? Ну, обычно людей останавливает то, что это больно, это перманентно вводится и так далее и тому подобное. А потом их уже особо ничего не останавливает. Типа, ну, разве что финансы, это единственное, что может их остановить. А так, если оно работе не мешает, почему бы нет? Это же модно, это же так классно. Твоє перше татуювання, що це було і чи ти якось внутрішньо все-таки після нього змінилася? Ну, мне очень сильно хотелось татуировку. Мама мне сказала, 18 лет будет, сделаешь себе татуировку. 18 лет настало, я говорю, мама, и прошло 18 лет, ты мне обещала даже денег на это. Выбрали мы мастера, пришла я к нему, короче. Нарисовал он мне все модное, что было в то время, то, что мне визуально нравилось. Причем мне особо-то и не нравился конечный эскиз татуировки, потому что рисовалось это все от руки, да, то есть фрихендом. Мне особо она и не нравилась, но мне было просто очень сильно неуютно сказать мастеру, что мне это не нравится. Это потом уже, когда я выросла, ну, можно так сказать, да, там, спустя годы, я на нее смотрю, в принципе, это неплохо, мастер знал, что сделал, типа. Ну, тогда, я помню, мне одно время очень сильно не нравилась моя рука. Это было на руці, да? Найперше? Да. Яке з них? Вот это вот весь рукав?
це було? Ну, тому. Да, ти одразу ризикнула і зробила максимум. Да, я прихожу домой, мама говорить з папою, ну, ми думали, це буде щось поменше, ну, ладно. Ну, а змінилася внутрішньо? Як? Ти почала почувати себе більш впевнено, не знаю, стильнішою, більш якоюсь... Звісно, у мене почали вічно бути підкатані рукава. Який малюнок сьогодні будемо набивати, так? Для Олександри, це твоя модель. Я знаю, що ви вже не вперше співпрацюєте. Не вперше. Ми з нею працюємо вже з 15 років, тобто 3 роки. Нічого собі. І скільки татуювань вже ви зробили? Ще 6 буде. Круто. З чого це починається? Це буде метелик, так? Так. Да. Хто вибирав? Ти чи Олександр? Спеціально для передачі ми общими усиллями вибрали компромісний рисунок, який буде цікавий і мені, і їй. І як-то так. Ти вже його обвела, так? А далі що з ним робимо? Розповідай, я в цьому зовсім нічого не Нужно знаю. Нужно його перенести на руку. Ага, ну давайте. Зараз ми його і будемо переносити. Взагалі такі анімалістичні татуювання зараз вони, скажімо, в моді чи не в моді? Що зараз доречне, актуальне таке, що люди люблять? Ну, скоріше всього, тут не суть там анімалістична, ну, або ні. Скоріше всього, зараз в моді більше графіка. Тобто, це лайн-ворк, дот-ворк і так далі, і тому подобне. Тобто, цвітні татуїровки, вони завжди, що дорожче, що більніше їх робити, що складніше їх робити. Ну і как бы на цветную татуировку, ну, не так много. Не такой большой спрос, как, допустим, на графические работы. А це в нас буде не графіка, а кольорове татуювання, так? Так, це у нас буде цвітний реалізм. В яких стилях тобі подобається і комфортно працювати? Чорно-білий реалізм, цвітний реалізм, традиційна татуїровка, neo-traditional і, собственно, все. На графіка я не працюю, у нас в нашому уютному заведенні, а з графікою працює мій колега. То тепер ми будемо переносити цей малюнок на руку, так? Так. Да. Ну, давай, показуй. Олександра, підйом. Як готуєш шкіру перед нанесенням татуювання? Побрити, продезінфіцирувати, обмазати цією штукою для переводки і перевести. Чи кожен малюнок треба спочатку наносити під копіювальну бумагу, чи все-таки можна одразу малювати на шкірі? Як правильніше? Ну, смотря что нужно. То есть есть такие вещи, которые лучше нарисовать на руке. Если мы говорим про какую-то декоративную работу, то есть, ну, я бы красивее, чтобы она выглядела динамичнее по форме конечности, скажем так. А если мы говорим про какой-то реализм-портрет, то да, его лучше делать через трансфер. Потому что, ну, потому что тут всякие детали малюсенькие, нюансы всякие, ты их просто так не перерисуешь. Ну что, теперь уже можем приступать, по сути, до работы. Розповідай, что это будет. Непосредственно к нанесению. Сначала нам нужно навести контур, только с тем, что это реализм. В реализме черного контура нету. Нету там резкого контура. В идеале его вообще бить без контура. То есть, ну, нам нужно легкий контур нанести и потом разрисовать, собственно, все. Ну, работа несложная. Ну, как несложная? Мне несложная, кому-то сложная. Як обрати майстра, якому все-таки варто довіряти своє тіло, аби створити татуювання? От за якими критеріями, до прикладу, ти вибираєш майстрів і за якими критеріями ти б радила робити це інше? Ну, прежде всего, чоловіка должно інтересувати як мінімум портфоліо майстра, тому що іноді ко мені приходять справляти такі роботи, що у мене просто один вопрос. А ви, типа, коли вам вже навіть почали непосредственно це робити, ви бачили, що це плохо, що це відвратительно? Лучше ви встали і ушли, тому що такі роботи, ну, їх справити вже, по суті, навіть і не можна. Тобто люди чомусь звертають увагу, ну, типа, не звертають увагу абсолютно на портфоліо. Вони економлять, їм це не потрібно, ну, і
следовательно получается то, что получается. Юля, які ділянки тіла найболючіші для татуювань? Торс весь почти болит. Конечности такие, как руки, ноги, они особо не болезненные. А де зазвичай люблять набувати татуювання, от крім ніг і рук? Ну, грудь, плечи, руки. Ну, короче, у кого що в самому більшому порядку, тут на тому йде. Ага, тобто ця частина тіла має подобатися в першу чергу. Так, так, так. Чаще всього зараз тенденція бити це на видних місцях. Ну, ну так, чаще всього конечності. Як реагує наше суспільство на людей з татуюваннями? Чи досі є якась така предвзятість? І як реагуєш ти на тих, хто з певною критикою висловлюється з приводу твоїх малюнків? Ну, якщо ми говоримо в общем, да, то есть про общество в Європі, в больших городах, скоріше всього, я там пройду, і ніхто на мене не обратить внимания. Якщо ми говоримо про наш город, у мене таке чувство, будто люди забувають за время зими, як я вигляжу. И каждое лето, когда я начинаю раздеваться, для них это просто такое, господи, о боже. Ну, ничего, за две недели привыкают. Ну, в принципе, люди спокойно абсолютно относятся к татуировкам, ну, уже, ну, там, если там не столько много, как у меня. Если у меня, допустим, один клиент, я его вечно пощу в Facebook его фотографии, только потому, что он вызывает очень буйное обсуждение, настолько буйное, что просто... Ну, что просто там у меня там комментариев там до 300-400 где-то под его фотографией. Ты поднимаешь свои рейтинги, да, за рахунок него? Да, он просто у него, ну, он просто поклонник, ну, типа, блэкворка, да, то есть это полностью закатанная черным части тела, то есть, в принципе, и он сам себе залил глаза черной краской и написал себе на лбу большую надпись. Я его как пощу, это, ну, это как красная тряпка для быка просто. Там такое обсуждение начинается. Просто, я не знаю, люди настолько дикие и злые. Ну, типа, как я? Какой там следующий был вопрос? Последний. Як ти реагуєш на тих, хто з критикою висловлюється стосовно твоїх татуювань? Тих, хто тебе критикує? Никак. Я їх особо не слышу, я в наушниках по городу хожу. Ну, а так, ну, моєму окруженню как-то привично. Я не знаю. Ну, привикається за пару місяців, за місяць даже. А рідним твоїм, як твої татуювання? Чи має хтось із батьків, можливо, теж? У папи нету, у мами є пару штучок. Ну, як относяться? Нормально относяться. Самі на це деньги дали. А мамі на гордость. Да. Сама на себя зарабатывает, ой, и художку закончила сама, и вообще просто мы гордимся нашим ребенком. Вы видели, какие она работы там рисует? Стосовно художки, да, ты закінчила нашу академию мистецтв, и без підґрунтя як художник, ты б змогла стати татуювальницею? Чи все-таки це, саме це тебе спонукало, ну, до цього? Тут, типа... Как сказать, если ты не можешь нарисовать шар карандашом, то ты его не нарисуешь, портрет, какой-то реализм и так далее и тому подобное. То есть, да, конечно, можно типа научиться отлично срисовывать, но без какой-то академической базы оно все равно будет выглядеть плоским, непонятным. То есть, ну, тут все равно чувствуется там, знание какое-то, да, вот если мы говорим тем более там про портрет, про какие-то реалистические работы. Я не могу сказать, что я хороший художник, типа, ну, нормальный, сносный, есть куда расти, есть чему учиться, ну, как бы нарисовать нормально могу, типа, ну, такой средний. Можно научиться и стать хорошим. Ну, у меня на это нету времени. Да и тем более мой учитель уехал в Петербург, который мне обещал сделать меня художником. А хочеш ти, чи бачиш себе в майбутньому от в тій сфері? Чи ти вже повністю переключилася на татуювання і все, і тобі саме тут цікаво розвиватися? Ну, чому? Я можу на досугі щось вдома порисувати тим же маслом. Просто з роботою, ну, не особо успіваєш. Ти приходиш додому, думаєш,
почитать бы. Да нет, бред какой-то. Может, поубирать-то не завтра, короче. И ложишься сразу спать, потому что чаще всего я прихожу домой вечером. Ну, а так... Я не знаю. Я, ну, как бы, мастерство не пропьешь. Рисовать я не разучусь. То есть я могу и рисовать, и могу и на теле рисовать. Ну, в этом, как бы, проблемы нет. Хто робив твої татуювання? Скільки майстрів працювало над твоїм тілом? Три. А скільки взагалом їх вже є в тебе? Моїх? Я їх не вважаю. Не рахуєш? Ні, где-то 30. Не знаю. Скільки? Где-то 30. Може менше, може більше. Я їх не вважаю. Буває таке, що ти відмовляєш людям в татуюваннях, якщо тобі не подобається ідея того, що вони хочуть нанести? Так, звісно. Це чорне пятно на моєму портфоліо. Це мучення, а не робота буде. Ну, якщо чоловік хоче відкровенно некрасиву татуїровку, яку мені неінтересно виконувати не з точки зору техніки і, ну, і з точки зору ідеї, то, звісно, відкажу. Ну, никакие эти деньги того не стоят. Это просто будет очень много часов мучений, и в итоге ни я ничего хорошего не сделаю, ни он потом, когда осознает, не будет в восторге. Так что так. А як часто приходять люди, зовсім не знаючи, що хочуть нанести? І чи буває так, що радяться з тобою, і ти вже пропонуєш якісь свої там ескізи, варіанти? Ну, бывает, ну, я знаю, где-то 30% бывает, да. Если, ну, я человеку, естественно, посоветую, как это сделать лучше. То есть, куда и так далее. Но если он не согласен и хочет некрасивое что-то, то я с ним работать не буду. Негарне в твоєму розумінні це що може бути? Ну, когда вот приносят фотографию, например, технически татуировка сделана некрасиво. И они просят меня повторить вот это вот, вот это вот. Оно мало того, что некрасиво сделано уже со старта. Так, ну, еще и страшное просто, ну, идейно страшное. И тогда, да, отказываю. Ну, как бы, или сам рисунок исходник некрасивый. Перше татуювання, яке ти зробила, що це було, пам'ятаєш? І чи це було на шкірі, чи, я знаю, спочатку тренуються на свинячих шкурах? Чи ти одразу набивала на людях? На свинячих шкурах тренуються слабаки. Це зовсім не те, що одразу працювати з людською кожею. Я одразу на людях набивала. Це був цвіточок, по-моєму, на колегі моєму. Як тобі сподобався результат? Тобі вдалося? Ну и сейчас, ну, типа, в принципе, да, нормально вышло. Чому люди ризикують набивати татуювання на надто відкритих ділянках тіла, як от твій клієнт, який має надпис на чолі? Чи не бояться, чи правильно це, чи все-таки треба тричі подумати, як ти вважаєш? Ну, допустим, если ты знаешь, чем ты будешь заниматься, и твоя работа никак тебе, ну, в этом не ограничивает, почему бы нет? Ну, а если ты это набила, потом подумал, и потом уже подумал, чем, что же я буду потом делать, и куда меня возьмут на работу, ну, тогда, не знаю, кто тебе судья, типа, надо было думать. Мой клиент с черными глазами, наверное, неплохо зарабатывает, если у него есть деньги платить мне за сеансы, как бы. Ну, чем-то он зарабатывает. Но обычно вот приходят там всякие дети, которые набивают себе татуировки, допустим, на кистях и на видных местах. Ну, я не знаю, что они с ними дальше будут делать. Ну, я в принципе, спрашиваю, типа, а что ты дальше с этим будешь делать? Ну, им хочется, вот сейчас вот хочется. Ну, не знаю. Чи дороге задоволення зробити татуювання? Ну, вообще, само по себе, да, то есть, как бы, у меня часто вот я сталкиваюсь с таким, что, допустим, у меня клиент не соглашается идти ко мне, потому что ему у меня делать татуировку дорого. Он идет делать ее там, где подешевле. Естественно, качество там, где подешевле, соответствующее, да. То есть, татуировка – это, в принципе, дорогое развлечение,
само по себе, и это не есть вещь первой необходимости. То есть это просто такая себе, ну, аксессуар ты себе покупаешь. Ну, как-то так. Чи є у татуювальників такі, як у художників, наприклад? Ти стаєш всесвітньо відомим, твої роботи впізнавані, і чи хотіла б ти стати? Звісно, є. Ну, есть такие, ну, узнаваемые татуировщики с ихними работами. Ты ходишь, как, не знаю, с сумкой Луи Виттона, к примеру. Конечно, есть. Их немного, но есть. А в чем впізнавані саме татуювальники? Какие это мають бути роботи, аби вау, все, космос? Ну, скорее всего, это должен быть какой-то его узнаваемый стиль, к примеру, да? То есть, или она должна быть очень сильно детализированная. В конце концов, она просто должна быть качественная. То есть, ты смотришь на работу, и она идеальная. В ней не должно быть кривых линий, в ней не должно быть что-то не так. То есть, она должна быть идеальная. У нас же у людей понятие идеальное очень такое размытое. Серед твоїх улюблених робіт, от що це було і що створювати найбільше тобі подобається? Ну, не знаю, саме більше мені подобається щось вирисовувати. Тобто, якщо ми говоримо там про цвітну татуїровку або про чорно-білу, то всякі ворсинки, волосинки. Включається вот художник уже, да? Да, ти такий сидиш, там щось вирисовуєш. Не знаю, наверное, самая моя любимая пока что робота. Ну, є пару чорно-білих робот і моя, естественно, конкурсная нога, которую я все никак не доделаю. Но когда я ее доделаю, я думаю, она сделает меня популярной. Да. Надеюсь, по крайней мере, на это, потому что там, ну, сеансов 20, там просто человеку нужно памятник поставить за его титаническую выдержку. Що треба знати, ну, перед тим, як ти вирішиш робити татуювання? Може бути якась алергічна реакція і так далі, і так далі? Само собой. Ну, нужно проконсультироваться с врачом, если там какой-то диабет или еще что-то, понятное дело. То есть так нужно просто, я знаю, знать, что если за ней не ухаживать в будущем, то она просто станет страшной. Доглядати в майбутньому? Да. А як? Ну, мазать ее как минимум солнцезащитным кремом, чтобы она была всегда яркая и контрастная. То есть ухаживать за ней. Ну, чаще всего люди это не делают, поэтому они выцветают. Как у меня. Да? Тепер ти вже перейшла до зафарбовування, так? Да. Що, в принципі, найскладніше для тебе, як для майстра, в процесі створення татуювання? Перевести, обвести, наверное. Тобто початковий, да, етап? Да. Потом уже такое, сидишь себе и все. І спокійно можеш по кілька годин, зовсім без ніякого. До 8 часов можу так сидіти. 8 годин підряд? Да. Жінки і чоловіки. У малюнках, які вони обирають, в чому різниця? Що люблять сьогодні дівчата, з чим до тебе приходять і з чим приходять чоловіки? Дівчатки люблять фіони, мальчики люблять космос і ліса вокруг рук, всяких львів з коронами, ну і прочу таку бісовщину. Ну, я знаю, особо разнообразия у них нету. Ну, типа, всяких пушных зверей, хищников. П'ють собі парні. Дівчатки, піони, рози. А з тих татуювань, які вже ти зробила, твоє улюблене, чи є щось одне таке, що тобі найбільше запам'яталося і подобається зараз, коли ти згадуєш? Так, да, є. В Едельвейсі на роботі сидить. Да? Що це? Моя конкурсна робота. На всю ногу. Да, є. Досягти успіху у цій сфері, завдяки чому можна? Я знаю, ти їздиш на різні фестивалі, тобто це треба стати впізнаваним серед людей, які цим займаються, чи як? Ну, як в будь-якому другому ділі, усердя і тільки усердя. Ти можеш бути ким угодно, типу. Ну, поки ти не потратиш 20 тисяч часов на своє діло, ти не можеш сказати, що ти професіонал свого діла. Тобто,
Я работаю в этой сфере уже 2 года. Я только могу сейчас сказать, что у меня получается только, ну, то, что у меня сейчас получается, то, что мне нравится, то, что я хочу и как я это хочу. То есть раньше, такое. Это как рисунки мои, которые я видела перед художкой. То есть мне казалось на то время, о боже, почему меня научат художки, господи, да я же гений. После художки ты заканчиваешь, такой думаешь, господи, да я ж ничего не умею. И тут то же самое, то есть всегда есть к чему стремиться. Ну и понятное дело, ну если мы говорим про фестивали, то это хороший способ себя засветить. Но если ты, естественно, ничего не умеешь, то ты так себя и не засветишь. Я еще только на них буду начинать ездить, у меня там опыт маленький. То есть, скорее всего, этот фестиваль, на котором я была, меня просто напугал. Почему? Ну, я туда приехала, у меня только год работы получился, да, то есть... Я туда приехала, все носятся, музыка орет, там бьют нормально, я как инвалид. Все ходят, что-то смотрят, ты сидишь, паникуешь, руки у тебя потеют, что делать ты не знаешь, ну, на сцену выходить и так далее и тому подобное. Первый день у меня была ужасная просто работа, я хотела ее просто снять с номинации. На второй день уже получше, на третий день, я считаю, у меня вообще прогресс произошел. Ну, то есть, и получила я 3-е место, вообще абсолютно случайно, то есть там был наш общий знакомый. И там была номинация как раз, там, по-моему, Old School, No Traditional. Я говорю, да иди выстави, господи, что мы теряем? Ну, тут так, 3-е место. Я думаю, ну, неплохой опыт, как чисто для пробной поездки. Що найскладніше в таких фестивалях? Як це все відбувається? Ну, ти приходиш, привозиш з собою цілий этот отряд твоих моделей, которые ты хочешь выставить в ту или иную номинацию. Это может быть одна модель, и на ней могут быть все работы. То есть, ну, там есть номинация, да, допустим. Типа, в каждую номинацию, там пару штук, ты выставляешь какую-то работу. Ну, и есть еще также номинация Best of the Day. Это, вот, собственно, то, что ты сидишь на фестивале и делаешь день фестиваля. То есть это черно-белая, цветная и графика. Ну вот. И когда ты сидишь и бьешь это все непосредственно на фестивале, это просто ужасно. Ты сидишь, тебе неудобно. Купа чаще людей. Всего это холодно, на тебя светит солнце или еще что-то там. Короче, ну, на такие мелочи ты просто уже не обращаешь внимания. Чаще всего на тех фестивалях, по крайней мере, что я была, там просто отвратительная музыка. Господи, какая там отвратительная музыка. Она так громко играет, и ты не слышишь ни наушники, ты ничего вообще не слышишь. Но тебе нужно работать, конечно. Тебе через 8 часов на сцену выходить, тебе нужно работать. Ходят какие-то люди, трогают тебя, спрашивают что-то, ты теряешься. Потом помню, у меня вообще модель позеленела и в обморок упала. Я думала, что он умер. Я говорю, господи, вставай. Вставай нам на сцену выходить. Почему ты зеленый? Вставай, пожалуйста. Встал, вышел. Ну, типа, всякое бывает. И, ну, модели вообще ужасно. Он там сидит там все в трусах или на какой конечности там ему бьют. Люди ходят, все орут. Ему больно и чаще всего неудобно. Ну, то есть это тяжело, но оно того стоит. Это еще и все и стоит бешеных денег, короче. Пришел, заплатил, попаниковал и приехал домой, короче, как-то так. Ну, или набрал бумажечек. Жінкам бути татуювальницями складніше, ніж чоловікам? Тут особо, если честно, разделения по полу нету, потому что их как-то 50 на 50. Есть отличные просто мастера женского пола, есть отличные мастера мужского пола. Это не есть какая-то тяжелая работа, как там пожарник, там, слесарь и т.д. и т.п. Ты ж, по сути, рисуешь просто другими материалами, и все. Чи багато в нас на Закарпатті жінок, які займаються татуюваннями? Я їх не считаю, но по слухам очень много. Багато, так? Ну, так, ну, раньше было модно быть фотографом, потом было модно быть диджеем, сейчас модно быть татуировщиком. Все смотрят и думают, о, это, наверное, взял машинку и нарисовал. Ну,
как-то так это и работает. Ну, просто в любое дело нужно вложиться. То есть, если ты хочешь стать хорошим фотографом, тебе как минимум нужно знать основы композиции, инструкцию к фотоаппарату прочитать, да? То есть, и как-то вложить в это дело. То же самое с диджеем, типа. То же самое с любым, в принципе, мастерством. С визажем, с парикмахерским каким-то искусством. Ну, в любом деле нужно какое-то усердие и что-то туда вложить. Просто так в мешок с деньгами ни на кого не упадет и не убьет его. То на якому ми зараз етапі, що вже ти зробила і що залишилось? Ну, 30-40%. Залишилося кольорами замалювати, так? Да. Скільки це часу ще у вас забере? Часик где-то. Часик полтора? Ні, часик где-то. Добре, працюйте. Буду з вами прощатися. Дякую тобі за розмову. Це була програма Women Talk. До зустрічі.